Смотрите, мы на канале Сарон Барон. Мы сейчас будем рисовать хаги-баги и кисеницы. Давай, рисовать. Начали. Пошли сюда. Да, вот. Мы начинаем рисовать вот так. Почему такой бугорочек, как у верблюда? Потому что это нужно так делать. Потому что у их бошки такие. Теперь будем рисовать такую большую бошку. Теперь глаза должны быть здесь. Это нужно закрасить черным маркером, потом опять сделаем. И опять по кругу. Теперь будем рисовать рот. У него какой-то миленький хаги-ваги. Когда зубы уже будут, уже будет страшный хаги-ваги. Вот такие большие зубы. И снизу. Ой. Вот теперь будем раскрашивать. Уже будем черным маркером. Нет. Все закрашиваем. Нет. Черным маркером. Нет. Синий. И синий. Это на самом деле мой брат. Я не могу на него смотреть, потому что я рисую. Я умею очень хорошо рисовать. Выглядит сперва непонятно, но потом, когда уже до конца дорисую, уже будет понятно. Вот так. Нам нужно еще контур так сделать. Контур. Вот так? Мама! Вот так. И опять контур отсюда. Синий. Мы поворачиваем. Синий, но опупаки. Вот так. Теперь будем рисовать синий карандашом опять тело. Давай синий. Подожди, Юнис, не мешайся. У нас синий. Дубли. Вы начинаете отсюда. Смотрите. Синий. Вот так. Не делаем шайну. Нужно делать сразу вот так, быстро. Потом вы делаете опять чуть-чуть. Потом вы делаете такую полоску. Смотрите. Потом вы берете вот так, делаете такую рукавичку большую, а потом идете наверх. Если тонко не получаете, то есть не бойтесь, можно сделать еще одну. Если у вас еще не получилось ничего, можете опять пересмотреть. Ой, можно чуть-чуть стереть. Давай желтые руки. Нет, мы потом сделаем желтые руки. Ему только 3 годика, не понимаю, чем он все повторяет за мной. А мне не нравится, когда он повторяет за мной, понимаете? Например, я делаю сальто, он начнет делать сальто, не понимаю, зачем. Вот так руку быстренько сделали, и потом вот так. Вот так? Теперь контуром, понимаете? Понимаете? Ноги нужно же сделать. Маркером. У него гигантские ноги. Раскрывали сразу я. Вот, смотрите. Смотри по свету. Смотри. Вот. Не бормочь, Юнис. Не бормочь, ты мой видосик. Вот так вот. Мы теперь опять до конца этого. Для вас пару секунд, а для нас тоже пару секунд. Вот так. И с уголочка тоже самое. А руки мы уже потом сейчас будем разукрашивать. А дай желтый мне. Вот так. У меня милый хаги-ваги. Если у вас получится сделать страшный,
комментарии напишите. Все. А ну, желтые ноги. Бери со мной маркер. Бери маркер. Бери маркер со мной вместе. Очень красиво получается. Ой! Не бойся. Вот так. Смотрите по сверху. Вот так. Смотрите сверху. Теперь вот она синяя. Мы теперь будем делать чуть-чуть. Сделаем вот так. Такой контур от глаз. Потому что если мы... У нас такие большие зубы, мы потом будем рисовать Кисси Мисси. Простите, он будет голубой, но он должен быть ярко-синий. У нас марка синего нету. Просто потому что мы сделаем такой голубой хаки-лаки. Если что, я с России. Если вы смотрите, знали. Давай рисуй. Только аккуратно, зубы не делай синий, как прошлый испортил мне видео. Было нужно заново снимать. Да. Пожалуйста, не сделай такой опять. Да. Зубы синие. Вот. У нас почти половина. Вот. Нога. Давай, рисуй. Рисуем. Чик-чик-чик. А вы знаете, если смешать желтый и синий, будет зеленый свет. И что? Скоро будет. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Вот смотрите по сверху. Посмотрите сверху. Да. Вот так. Не мешай. Вот так. Тупик. Бошку я буду рисовать. Давай, ты рисуй вот это, а я буду бошку рисовать. Ну да. Пока что. Ты, пожалуйста, бошку не рисуй, а я сама нарисую. Да. Вон. Если вы попали в контур зубы, не проблема, можно сделать заново. Смотрите, смотрите сверху. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я стараюсь. Если вы не подпишитесь, ролики не будут. YouTube так может закрыться. Да? Юнис. Угу. Да. Теперь мы закончили. Будем рисовать Кисси-Мисси. Да! Мы сейчас будем сейчас снимать. Да. Опять. Ну, чуть-чуть Кисси-Мисси бошку сделаем чуть-чуть пониже. Потому что Кисси-Мисси, она же девчонка. Все девчонки как не выше мальчишек. Хаги-баки, да, он это мальчик, мама. А Кисси-Мисси? Мама. Мама пинг. Мама пинг. Мама пинг. Мама пинг. Эндинг будет Кисси-Мисси с ресничками, да. Как в видосику. О, это вон. На биг хапу папи, на Мисси. Ой, папи. Мы забыли же. Да. Губы же красные, да? Забыли важный момент. Да. На Икса, на коляске, на Абубаке. Моему братику еще 3 годика. Да, на Икса, 4-й класс. Абубаке. Я еще мне 8 лет. Вот. Вы же видели видосик, как я говорила про свой день рождения? И про день рождения сразу сегодня. Ну, я такое нарядное платье говорила. Сейчас нарисуем губки. Вот так. Смотрите, по сверху. Получается страшная Кисси-Мисси. И страшные хаги-ваги. Мы сейчас будем рисовать глаза. Потому что они же должны быть черные, а не серые. Вот так. И вот так. На глаза. Вот она фель. На вот она фель. Как контур. На вот она. Контур мы вот так делаем. Если вы профессионал, можете даже же быстренько рисовать, как я. Но если не профессионал, нужно делать все медленно. Мы сейчас возьмем опять. Да. Короче,
И то же самое с Хагивагги, только руки у него были чуть-чуть поменьше. На каждом видео ставьте лайк, пожалуйста. Я же стараюсь. Вот так. Лайки моя. Можно для быстренького сделать вот так. На лайки. Вот так потом. Посмотрите, вот так. Я тру рукавичку. Руки. И теперь давай. 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 Теперь будем розу украшивать. Розовый свет. Дайте. Да, но я розовый люблю. Желтый потом сделаем, ладно? Да, но люблю. Мама, длинные ноги. Да. А вы видели видео про Хагивагги, когда я накрасилась? Малыш, длинные ноги и мама, длинные ноги. Посмотрите обязательно. Немного там смешно. Видео скоро будет про батю и маму, и про малыша, и про бабушку. Мышку уже про малыша будет 5 лет, а у меня было первый раз так буду снимать. Через зиму начала снимать, сейчас уже осень, скоро зима, у меня брат. Когда день рождения? Сейчас узнать. У меня 15 июля. 15 июля у меня день рождения, у моего брата, да, 31 декабря. Декабрь. Вот так вот. Смотрите, вот сверху. Косметика такая красивая. Да. И потом, если вы живете в деревне, возьмите молоток, папе или маме скажите, смотри, как я нарисовал с YouTube. Оба. И повесите на стенку. Давай здесь. Давай сюда. Нам не нужен серый. Ну ладно. Голову тоже рисуем. Забыли же опять, как всегда. Да. Здесь такие контуры маленькие делают. Что они? Это тони. Я не понимаю иногда так. Это маленькие у меня зубки. У меня здесь 2, здесь уже 5. А 2 плюс 5 сколько будет? Напишите в комментариях. И опять будем с желтым вместе сделаем. Понял? Да. Мы сегодня идем в гости, но не скажу кому. Потому что это секрет. Кому мы идем? Мы живем в Египте. Если что, я сразу говорю, я знаю арабский и английский. Сейчас будем рисовать руки и ножки. Давай быстрее, Юнис. Так, оп. Посмотрите наверх потом. Да. Ну, потом. Ой! Не бойся. Ой, еще. Не проблема, если что. Мой брат просто, когда выходим с линии, сразу... Ой! Сейчас будете смотреть. Вот. Закрываем крышкой. И какой портрет у нас получился? Да. Красота. Да. Поставьте лайки, подпишитесь. И напишите в комментариях, сколько у них зубов. Вот. Я сказала, у Кисимиси 5 и 2. Да. Посчитайте. Напишите в комментариях и поставьте лайк. Пока!